Готовить специалистов в IT-отрасли будут, начиная с детского сада. Такое заявление сделала министр цифрового развития и массовых коммуникаций Чувашии на Всероссийском форуме «Цифровая эволюция-21», который проходит сегодня в Калуге. На форуме собрались руководители IT-компаний и отраслевых сообществ, депутаты Нижней палаты российского парламента и региональные министры, отвечающие за цифровизацию. Чувашия представила свои проекты. Руководитель Минцифры Чувашии рассказала о планах и перспективах отрасли в регионе. Сейчас наша главная задача – это все те наработки, которые мы упомянули и указали в стратегии цифровой трансформации, воплотить в самое ближайшее время. Это перспектива трехлетнего периода, определить быстрые победы, среднесрочные и долгосрочные приоритеты, которые мы начнем реализовывать в наших отраслях экономики и социальной сфере.